Министерство по налогам Азербайджана будет оказывать услуги налогоплательщикам, партнерам по принципу зеленого коридора без территориальных ограничений. Об этом журналистам сообщил советник министра по налогам, начальник Главного управления обслуживания налогоплательщиков Алекпер Мамедов. Сегодня Бакинский налоговый департамент провел день открытых дверей. Мероприятие было организовано для презентации проекта «Зеленый коридор» в рамках управления прозрачного налогового партнерства. Специальные зоны зеленого коридора максимально упростят процедуру уплаты налогов. Воспользоваться услугами проекта смогут только дисциплинированные налогоплательщики. На первом этапе их число превысит 400 человек. Пилотный проект стартует в начале следующего года. Основная линия принципа зеленого коридора предусматривает индивидуальный подход к каждому из дисциплинированных партнеров, налогоплательщиков. Их обращения рассматриваются в 3 раза быстрее. Конечно, возникает вопрос, не пострадает ли качество при такой скорости. Могу заверить, что соблюдение качества также входит в число основных задач проекта.